Ой, все, так. Все, работники приехали. Машину дров привезли. Темно. Братья и сестры пришли на подмогу. Брат Севастьян, Виктор Андреевич, Николай, Крючина. Константин. Убирай камеру, убирай. Меня не снимай, да? Так, Надежда. Надежда, вас можно снимать? Ну, немножко. Надежда, вы моральную поддержку показываете или... Дрова на зиму, Игнать Тихоновичу. Ну вот, за полчаса мы уже полмашины скидали дружненько. Севастьян, Костя. Сергей Попков. Надежда Дмуха. Не знаю, сколько зим на 10, наверное, хватит. Да? Это ж самый интерес под это, под снарядами-то. Под снарядами бегать. Ага. Вот такая дружная у нас семья. Ну вот, уже близится к концу. Подметаем за собой. Ух, как весело. Ой, так, зашибуть. Осталось совсем чуть-чуть. Ну, где-то минут 30-35 мы все это сделали. Так дружно. Молодцы, братья и сестры. Слава Христу. Николай шутит, говорит, транспортное средство сестер, метла. Но мы не обижаемся. Кубов 10? Да. О-о-о.
на 40 ширина профиля откидывает. Да. Умножаем. Было по длине 5 метров загрузка. Даже 5 с лишним, но грубо говоря 5 метров. Все. Последние штрихи. Последние бревна. Грязно, даже по грязному больше 10 кубов. А если сложить ровненько, аккуратненько, ну... 8 как будет, ну... Дружно как, да? Да. Любовь Николаевна. Быстро. Да, слава Богу за все. Мне не надо так не сильно. Там закрыто все. Где? Лен, да, посмотри, я положил там это. Убрали. 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 Да, вот, на диванчике. Звонил, привет, никто. На столе. Никто не звонил? Нет. Убрали все, прибрали за собой. Молодцы. Вот и закончили мы. Все, машина уезжает. Сходимся по домам.